Ну, Шаргава Татьяна Тимофеевна, 85 лет. Живу в деревне, работала, трудилась. Ну, мне хорошо, у меня и сад, у меня и все на свете. Шарик. Я сама гманю, что лучше не мажете деревни. Это ж красотища, рай. А что не? Чому не жить? Во грибов набрали. Во сколько пят. Иконушка, отец Николай. О, бабушка, она уже постарше, она молится, молится каждое утро. Во имя Отца и Сына, Святого Духа, аминь. Величаемся, величаемся, мы помолимся святому отцу Николаю, еще святую память. Ну, эта икона еще давным-давно, и еще мои дедушки, прадеды, они, вот, было как община у них такие, и они вот собирались и покупали иконы. Величаемся. Величаемся. Ну, хорошо, вы нам помогаете. И строить помогаете. И в хозяйстве помогает. Так вот такие у нас обряд. Ну, наверное, уже не знаю. Таких уже деревень мало, где бывают такие иконы. Но у нас еще такой сохранился. Вот он, такая у нас красавица. Небесная, прославляем тебя, Господи. Камера крутая, маленькая. Ну, спасибо вам. На Миколу приезжайте тогда. Че тут какие шляпки находили сразу. Стародавние люди, что признали. Ну, вроде этого. То некие шляпки находили, ну, признали шляпы. Была деревня большая, 180 домов было. На работу выходила женщин по 80 человек. А сейчас мало, скучно. Ну, старики они стались. Молодежь уже в нашем мире. Время нас рассудить. Время пройдет на нас рассудить. Тут мы не можем ничего загадывать, ничего не прогадывать. Конечно, люди сейчас стремятся. Все стремятся в город, все стремятся отойти, в деревню приезжают. Это редко кто еще из тех с пенсионеров что-то там градку. А так люди приезжают шашлычок пожарить, отдохнуть, послушать музыку, просто пройтись временами босыми ногами по траве и прочее. Вот такое. Кошку, что ли? Нет, козу подзываю. Козу надо кизя-кизя-кизя-кизя. Кизя-кизя-кизя-кизя. Мне кажется, она услышала. Здравствуйте. Здравствуйте. Что вы хотели у нас узнать? Вы здесь родились? Да. А потом уехали в город? А потом уехали в город. Когда все убегали из деревни в город, вот тогда и мы сбежали. Кто куда, кто как на выживание. То, что у нас у родителей было детей много, 7 детей. Вот так. Каждый устраивался как-то мог. А теперь и сюда. Как кошку зовут? Люська. Люська. Кошка Люська. Какая здесь красота, а? Красота?
Да. Успел, успел, успел. Кстати, мы там тоже спросим. Ой, что тут хорошее. Ну, конечно, деревня была большая, сейчас уже маленькая стала. Старые поумирали, молодые поначалу поутекали в город, а сейчас вот возвращаемся назад. На пенсию пошла и приехала в деревню. Потому что в городе, ну что, детям квартиру оставила. Дети, на здоровье живите. Ну, сами здесь. А выглядите вы очень счастливой. 61 годик уже, старенькая бабушка. Ну, что делать? Нет-нет, на старенькую вы не тянете. Не похоже? Нет. Уже внучке 18 лет. В Минске учатся. Ничего себе. Картошка хорошая в этом году зародила. Сало зарежем, свой кабанчик. И будем жить. А без здоровья. Сытая жизнь в черепах. Да, вот черепах она мечта. Такая. Да, да, да. Правду говорят, что вода хорошая у вас? Да. У нас колодец, знаете сколько? 43 кольца. Ого! Пожалуйста. Говорят, что не солодкая, но, наверное, вкусная. Да, вкусная. Конь есть. И тот белый конь – это ваш? Ну. Как зовут? Белка, наверное. Хай будет белка. Хай будет белка. Хороший О, конь? Хороший. Найдите купца, я продам. Ой, нет, боюсь, нам на телевидении не нужен конь. Не нужен? У нас все... А я продал бы уже. Почем? Ну, так, на всякий случай. Ну, 10-12, сколько? Миллионов? Ну. Ого. А что, дешевле? Внушительная сумма. Ой. А, красотка. А ты что, столько птиц вокруг трактора? Сороки, откуда я столько? Я давно видел столько сорок. И все хотят кушать. Здравствуйте. Расскажите, земля здесь хорошая? Хорошая, хорошая. Что на ней лучше всего растет? Картошка растет. Все растет. Красавцы у меня. Где-то вас снимуть красиво. Только не меня не. Как вам тут живется? Нормально, хорошо. Прекрасно. Вы круглый год здесь живете? Да, я здесь круглый год живу. Надоело в городе сидеть. Поэтому приехала в деревню жить. И все. Тут лучше? Ну, тут хорошо. Вообще хорошо.